Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваща кипасинду бевача Патитанам павунебхьо вайшнавебхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Ят кипатамахам банде парамананда мадавам Бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасвача Шнавакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Шанкиртане Кришна катху падеш Гаврия патрашва пракаса неча Шадануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод баруньо Дейям садха парибхавагнам авиштадухам Титхас вадам сива виринчанутам сараньям Биттатихам панутапал бхават дибутам Банде махапурушате чаранаравиндам Ят пад паллаванака чандамани чатая Виспуриджитаким апикапавадушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадам кипам карос Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддайта Гададхара Сива Сади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддайта Гададхара Сива Сади Гаура Бхакта Винда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lumbita bhujau kanaka bodhato. Санкетаной кабитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугодхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивва Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Хитабам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир джасача бакшаши Джасястихида самбихид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Виджитари сика бхайо вирадханто мунастурагам жайя жатанти жантумати лоломупайо кит вясана сатам рито самабхайо гуру чаранам бани жайваж сантаки пакарна дхаражалудху Виджитари сика бхайо вирадханто мунастурагам Jaya jatanti yantumati lolomupayo khido Vyasana satamrito samabhayo guru charanam Banijo ivaja santakita karna dharaja lodhau Guru ar anugrahen naiva pumana purna prashantvai Guru ar anugrahen naiva pumana purna prashantvai Горья Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупада, Джагат Гуру told, He who can give me 100%, who can arrange 100% Mangal in my life, I can submit unto a lotus feet of such a Guru. Горья Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупада сказал, что я могу предаться только тому гуру, который, несомненно, принесет мне подлинное благо, иначе я не могу предаться ему. Я могу предаться только такому садгуру, Деву, который может принести мне, несомненно, подлинное благо в моей жизни, иначе я не могу предаться ему. Мы все беспокойны. У нас нет умиротворения в нашей жизни, поскольку различные виды материальных желаний, различные желания внутри нашего сердца, и из-за них мы не можем успокоиться и умиротвориться. И поэтому все время мы беспокоимся. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Судами Випри. Различные желания, осквернения, анартхи, они как-то беспокоят нас постоянно. И вот из-за этих анартх мы не можем совершать харибаджан должным образом и пребываем в таком беспокойном состоянии. И вот различные желания внутри нашего сердца, они оскверняют нас, и поэтому мы не можем совершать баджан идеальным образом. И даже после принятия прибежища у лотосных стоп Гурупад Падмы, все же мы заняты тем, что сбором лапхи пуджи, пратишти и всего остального. Даже уже приняв прибежище у лотосных стоп Гурупад Падмы, мы заняты сбором лапхи пуджи, пратишти. И вот Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад говорит, какую пратишту вы хотите, вот Шишила Прабхупад говорит, какая пратишта нужна вам, что вы хотите, вам не нужно никуда идти, приходите ко мне. Вам не нужно как сумасшедший бегать сюда и туда, вы обретете все. Поскольку Гуру Чаран,
лотосные стопы Шигуру — это источник всего. Гуру Чаран — это он, лотосные стопы Шигуру, они подобны древу, исполняющему желания, и вам не нужно куда-то еще идти, чтобы что-то обрести. Хотя можно наблюдать, что некоторые люди, даже приняв саньясу, все равно живут как нищие. Имеется в виду, стремятся к каким-то материальным благам и прочим мелочам. И ачарон — это главное, никто не знает. То есть многие люди настолько ограничены, что они не могут понять таких простых вещей. Ачарун очень важен. Если нет ачаруна, что значит ачарун? Вот ачарун самый важный. Что значит ачарун? Ачарун значит Кришна Баджан. Ваш совершенный Харибаджан зовется ачаруном. Без лицемерия, если вы следуете Гурудеву полностью, если вы следуете Гурудеву без всякого лицемерия, это зовется подлинный ачаран. Если есть ачаран, то мы обретем силу в баджане. Если нет ачарана, то никакой силы для говорения харикатхи вы не сможете обрести. Тысячи лекций можно слушать и говорить, но если какой-то саду не говорит ничего, но следует всему идеальным образом, это более важно. Ачарон, он гораздо более важен, чем тысячи лекций. Какие-то ачари могут только говорить, но сами ничего не делают, и толку от этого нет. И вот внутри ачарона идеального характера заложена огромная сила. Если такой саду с идеальным характером, он приходит в какое-то место, где есть какой-то такой саду-лицемер, то тот лицемер, он почувствует страх. Хотя тот ничего не будет делать, просто своим присутствием он создаст какие-то неудобства другим, но имеется в виду из-за того, что они не следуют как следует. И вот из Шримад-Бхагаватам, в 10 главе, 87 часть, там описывается Веда-стути, как все веды в олицетворенной форме, они пришли поклоняться Бхагавану Шри Кришне в начале Чатурмаси, когда Бхагаван спал. И вот если Бхагаван спит, это не значит, что он спит, как мы. Наш сон подобен май, но Бхагаван спит с помощью йога майя, и там говорится, что ум, беспокойный ум, он сравнивается с сумасшедшей лошадью. Наш сумасшедший ум, он сравнивается с беспокойной, с необузданной лошадью. Мы можем пытаться контролировать наши органы чувств, ум и все остальное. Но как же достичь успеха? До сегодняшнего дня нет никаких доказательств, что из-за персональных попыток кто-то достиг успеха на пути Харибаджана. Даже пример одного не можем найти такого. По милости Садхгуру вы можете обрести контроль над своими органами чувств и умом. Как наша беспокойная жизнь иногда сравнивается с сумасшедшим слоном. Нельзя ездить на сумасшедшей лошади, поскольку она скинет всадника и еще пнет. И убить таким образом может.
наша жизнь, она сравнивается с лодкой, на которой плывет по большому океану без капитана. Если капитана нет, то это приведет, как правило, к нашей погибели, поскольку мы не знаем, куда плыть. И вот та шлока, с которой я начал, там говорится, те, кто пытаются контролировать свою, сами пытаются что-то делать без наставника, они, как правило, не достигают успеха. И по милости Гурупады мы можем достичь подлинного успеха, иначе наши собственные попытки обречены на провал. В Вайпуране говорится, кто такой Ачарья? В Вайпуране определение Ачарьи дается. И вот какие же наставления даются в шастрах, в различных шастрах множество наставлений дается. Если какой-то гуру вайшнав следует всем правилам и предписаниям, данным в шастрах, это зовется ачаран. Если мы сами следуем, имеется в виду, делаем, что захотим, это не ачарана. Ачарана — это действовать в соответствии с правилами и предписаниями шастр. И вот в Вайпуране говорится, и все, что говорится в авторитетных шастрах, в практической форме мы можем найти в жизни чисто гуру вайшнавов. Все наставления, данные в авторитетных шастрах, там можно найти в практической форме в жизни садгуру и вайшнавов, не только это, а то, что чистый гуру вайшнав из-за своей силы баджана, он может утвердить, он может дать возможность и способность следовать этим правилам и предписаниям другим. Как, например, если мы посмотрим на поведение Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа с начала до конца, то мы сами вдохновимся следовать его примеру, это естественно. А если мы не следуем, то значит какие-то оскорбления в нашей жизни мы совершили, поэтому не чувствуем вдохновения в виде такого великого вайшнава и в этом сиддханта. И вот садгуру и вайшнава, они могут вложить бхакти в наше сердце по милости садгуру и вайшнава. Мы почувствуем вдохновение, чтобы обрести все знания шастр в нашей жизни в практической форме. И вот тот, кто сам следует всем правилам и предписаниям, и поэтому его имя Ачарья. Ачарья, он может следовать всем правилам и предписаниям и в то же самое время может помочь вам при принять всю вайшнавскую сиддханту, ачаран и все остальное. Вы почувствуете вдохновение, чтобы начать бхакти. Может, вы знаете, вы слышали вот эту шлоку, что в процессе нашего
скитания по всем 14 мирам. Может, из-за нашей великой удачи мы встретимся с чистым Гуру Вайшнавом, и тогда вы от него можете обрести семя бхакти от Гуру Вайшнавов, и это семя бхакти Гурудев может вложить в ваше сердце. И это вы должны поливать это семя водой слушания и повторения святых имен, и тогда эта ляна преданности, она взрастет и будет расти дальше. И в читании читамрите говорится, что значит. То есть говорится, что мы должны поливать это семя бхакти водой слушания и повторения святых имен. И вот в читании читамрите говорится, то, что воздух, свет, вода, этих вещей достаточно, чтобы ляна бхакти, она проросла, и эта ляна, она может дорасти до самой Голоки. И также это такие лианы, они не могут сами по себе расти вверх, они должны к чему-то прикрепиться и расти. То есть они либо ползучие, либо растут по какой-то палке или шесту, или еще чем по забору. И таким образом эти лианы, они растут вверх. И чем же олицетворяется эта поддержка, по которой растет ляна, это общение с Гуру Вайшнавами. Чтобы обрести общение с чистыми Гуру Вайшнавами, это есть такая наша поддержка, подобно какому-то шесту, по которому ползет ляна, так постепенно выше и выше. И без общения с Гуру Вайшнавами наша бхакти не будет расти вверх. Есть много философии на эту тему. И вот Гурупад Падма. И вот мы получаем семя преданности от Гуру, от Саду. И тогда, если мы посадим его в наше сердце, будем поливать водой слушания и повторения, то это растение порастет и будет расти вверх. И в читании читамрите говорится, шравана — это слушание харикатхи. Он может сравниться с водой. Киртан может сравниться с воздухом. А саду санга с солнечным светом, поскольку мы сами повторить чистое святое имя не способны. Что это значит? Мы Хари Кришна можем сказать, но будет ли это чистым святым именем? И вот чистый харинам значит, что сам Кришна присутствует там, и этот харинам невозможен повторять нам с бесконечных времен. Мы пытаемся, и это не так просто, пока мы не придем и не примем прибежище у чистых Гуру Вайшнавов и не обретем сатсангу. И вот в начале всего, если вы хотите прогрессировать на пути вашего баджана, вы должны решить оставить сатсангу. А сатсанга может физическая быть или умственная. Гуру Вайшнавы, они обычно недовольны, если какая-то ситуация неблагоприятна. И гневаться на такую неблагоприятную ситуацию — это тоже один из видов бхакти. Если нахожу, кто-то оскорбляет моего Гурупад Падму, если я разгневаюсь, и это будет подлинным бхакти. А если я не буду гневаться на тех людей, которые им чем-то мешают Гуру Вайшнавам, то
это значит, что у нас нет связи с Гуру Вайшнавом. Как пример, например, если у вас есть ваша мать, то у вас есть какие-то отношения с вашей матерью. И если кто-то ее оскорбляет, то вы гневаетесь на таких людей. А если у вас самбандхагьяны нету, то, соответственно, такого чувства не возникает. И вот если кто-то оскорбляет моего Прабхупаду или моего Гурудева, я очень гневаюсь. И это учение Бхагаватам, как когда Дакша Праджапати, он оскорбил Шанкара Бхагавана Вайшнава. И вот Дакша оскорбил Шанкара. И вот Деви Дурга Бхагавати, она очень разгневалась и провозгласила, что я, поскольку родилась от тебя, я, у меня есть какая-то телесная связь с тобой, но я хочу прекратить ее. И поэтому это Парвати, она решила избавиться от своего тела. Поскольку если она пойдет к своему мужу, то мой муж может подшутить о Дакшаяне, о дочь Дакша. И вот эта дочь Дакша решила сжечь себя в йогическом огне и таким образом избавиться от тела. И в Гите есть описание того, что огонь есть в нашем теле также, но не каждый может это понять. И вот сейчас, если кто-то не имеет связи с самбандхагьяна, со своим гурудевом или вайшнавами, то как они могут начать харибаджан без самбандхагьяны, не развив самбандхагьяну внутри нашего сердца, мы не можем начать харибаджан. Что говорить о харибаджане? Я не хочу говорить как сахаджи, даже наш харибаджан не может начаться. Что говорить о чем-то еще? И вот смотрите, там описывается то, что без самбандхагьяны мы не можем начать харибаджан. И если мы разовьем самбандхагьяну, по милости Гуру Вайшнавов, мы можем начать баджан тогда. А что это многие люди спрашивают? Что такое бхакти лата биджа? И вы можете спросить, что значит бхакти лата биджа, семя бхакти. Семя бхакти значит вдохновение совершать сева. Это значит семя преданности. Семя преданности значит, если я посмотрю на моего Гуру Падпадму все 24 часа в сутки, Гурудев совершает служение Кришне, если мы посмотрим на это, то мы получим вдохновение. Какое-то такое тонкое желание возникнет в нашем сердце служить Гуранге Махапрабху, служить Кришне, как мой Гуру Махарадж. Это есть бхакти лата биджа. Бхакти лата значит получить вдохновение Гуру Вайшнавов, чтобы служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Это есть бхакти лата биджа. Если не то бхакти лата биджа, если мы не обретаем это семя преданности, нельзя получить, где попало. Вы должны пойти в должное место. Раш приводит пример с магазином семян. Ну, эти всякие места, где растения разводят.
И если мы не поймем, не пойдем в должное место, где эти семена живые продаются, то тогда мы не можем ожидать, что мы обретем бхакти лата биджу в нашей жизни. Это невозможно. И вот суть в том, мы видели в жизни Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа Парамхамса Гурупад Падмы. Он круглосуточно был занят Кришна Севы. И все же, если у нас, если мы даже до сегодняшнего дня, если у нас есть, мы не понимаем, что такое подлинная дикша, и тогда в этом большая проблема. Вы должны прийти к подлинному гуру, чтобы обрести дикшу от Гуру Пад Падмы. Иначе ваша дикша, она не авторитетна, и вы не сможете обрети силу, это невозможно. Парампуджапад Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорил, то, что в небесах мы можем найти Бога Солнца, и мы можем обнаружить лотос, цветы, цветок лотоса в воде. И вот можно найти цветы лотоса в этом, в каком-то водоеме. И этот цветок лотоса, он получает свет от солнца и воду от этого озера. Лотос, он известен под именем Панкаджа, то есть тот, кто рождается из грязи. То есть если посмотреть, куда стебель ведет, он ведет какую-то землю, глину, но этот лотос, принимая прибежище у воды, этот лотос, он принимает прибежище воды. Парампуджапад Сиддхартха Госвами Махарадж сравнивает. Его с гуру Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж объясняет такую сиддханту. Вода в озере, она подобна поддержке, она, в которой плавает этот цветок лотоса. И цветок, этот вода в озере, она подобна гуру Вайшнавам. А лотос олицетворяет собой ученика. Ученик должен всегда находиться под руководством садгуру и вайшнавов. Поскольку у лотоса нет никакой другой поддержки, кроме воды. Цветы лотоса можно ли видеть? Он находится только в воде. И вот этот лотос принимает прибежище в воде, подобно тому, как ученик принимает прибежище у гуру Вайшнавов. И этот цветок лотоса может расти и распуститься. И вот когда этот цветок лотоса распускается, то его можно увидеть во всей красоте. И в то же самое время этот солнце, свет солнца, он сравнивается с милостью или с Кришной, или Кришна читанием, поскольку Бхагаван Шри Кришна, он
дарует нам свою милость в форме солнца, света. И вот подобно тому, как мы получаем милость от Кришны, также этот цветок лотоса получает свет от солнца. И без света солнца невозможно представить, чтобы этот цветок лотоса он распустился. Когда солнце заходит, то освещает все вокруг. И солнце поэтому сравнивается с Шри Кришной или Шри Кришна Чайтанья, которое всегда проливает на свою милость. На самом деле Кришна, как и солнце, они освещают все. Но если мы находимся в темной комнате, то солнце уже не виновато в том, что вы не можете выйти на свет, находитесь во тьме. Солнце, оно освещает беспристрастно все, всех живых существ, неважно, где они живут, оно, как и милость Господа, оно равномерно распределяется, но кто-то может находиться в какой-то темной комнате, и как он может, такой человек, обвинять солнце, что не получает его света, если вы сами находитесь в невежестве, то какой смысл обвинения солнца? Солнце, оно дарует свой свет всем равномерно. И также Чайтанья Махапрабху или Бхагаван Шри Кришна, который сравнивается с солнцем, он распространяет свою милость. Но почему мы ее не обретаем, если милость так равномерно распределяется на все, то почему мы не получаем этой милости? А потому что мы не приняли прибежище у Садгуру. Я уже говорил, подобно цветку лотоса, который находится в воде. Но если этот лотос не принимает прибежище у воды, имеется в виду, если он будет извлечен из воды, то свет и солнечные лучи, они сожгут его, он засохнет. То есть то же самое солнце, которое, благодаря которому цветок лотоса распускался, то в отсутствии воды этот цветок лотоса он засохнет. И также Дживатма, она может получить полную милость гуру и вайшнавов. Если Дживатма обретает милость гуру и вайшнавов, это значит, что они обретут милость Бхагавана. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он подтверждает, что, например, вы обрели милость чистый гуру вайшнавов, который не имеет никакой связи с этим материальным миром, но все же по желанию Бхагавана они живут здесь. И говорят, харикатху, нет никакой корысти у них. Шрила Прабхупад подтверждает, если вы получаете милость гуру и вайшнавов, то тогда будьте уверены, что вы обрели милость Бхагавана. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати подтверждает это. Если вы обрели милость гуру и вайшнавов, то Прабхупад говорит, будьте уверены, вы обрели милость Бхагавана, и нет никаких сомнений в этом. Поскольку Бхагавад Крипа, она никогда не может снизойти на вас непосредственно, только через Гуру Вайшнавов можно обрести ее, и никак иначе. Она всегда приходит только через Бхагавад Крипа, она всегда приходит через Гуру Вайшнавов. Всегда. И вот Шрила Прабхупад говорит Бхактисиддханта Сарасвати, мой Гурупад Падма Нитьянанда. Изначально Гурупад Падма Нитьянанда, вся наша Гурварга, они снизошли с лотосных стоп Нитьянанды Прабху.
вся наша огурвага, они пришли с лотосных стоп Нитьянанды Прабху. Нитьянанда Прабху, он Акар Гуру Таттва, изначально Гуру Таттва. Сегодня день явления Авибхавти-тхи, Вьяса-пуджа для меня, для нас. А в тот день Вьяса-пуджа была, когда ваш Гурудев явился. 10 дней назад ваш Гурупад Падма явился, и в тот день был праздник. И сад Гурупад Падма, как Шрила Сиддхартха Госвами хорошо явился, в какой один день. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Парамахамса Гурудев явился сегодя. И Госвами Махараджа в другой день явился. И в день Гуру Пурнимы, в чем же разница? В день Гуру Пурнимы — это общая Гуру Пуджа. Все Гуру Таттвы. День Гуру Пурнимы — это общая Гуру Пуджа для всех садгуру. Пытайтесь понять, что я говорю. Все садгуру, они исходят из единого источника, и каждый садгуру в любой сампрадае. И вот в этот день Гуру Пурнимы я совершаю арати общей Гуру Таттвы, но сегодня у нас есть возможность предложить Пушпанджали лотосным стопам моего Гурупад Падмы. И вот это зовется на санскрите Вьястхи Гуру Таттва. Самастхи Гуру Таттва и Вьястхи Гуру Таттва самешан. Все Гуру Таттвы, Гуру Таттва одна и едина. Она вся исходит с лотосных стоп Нитьянанды. И вот самасти значит самешан. И таким образом, это не математика, но... И вот все гуру, подлинные гуру, они исходят из изначального источника. И вот наш Гурупад Падма дал нам возможность, он может дать нам возможность совершать Вьяса-пуджу сегодня или завтра. Имейте в виду, на следующий день мы совершаем Вьяса-пуджу другому садгуру, который явился в другой день. Сегодня, например, день явления Шрилы Пури Госвами Махараджи, и мы поклоняемся ему. И все такие подлинные садгуру, они представители Вьяса-девы. Они объясняют шастра-таттву. И вот Вьясти Гуру Таттва, общая Гуру Таттва, она, мы поклоняемся в день Гуру Пурнимы всем гуру, а в день явления конкретных ачарьев мы поклоняемся вот в этот день. И сегодня Вьясти Гуру Пуджа, индивидуальные Гуру Таттвы. И хотя это слово я использую, но не пытайтесь как-то превратно понять, поскольку вся Гуру Таттва, она едина и неделима. Гуру Таттва, она неделима. Мы не можем разделить Гуру Таттву на части. Гуру Таттва, она одна и едина. Но я использую это слово индивидуальное, чтобы вы поняли, что к чему. И вот сегодня... И вот Крипа Синдху Сусампурна. И это наилучшее определение Гуру Таттвы.
то определение, которое я говорю, оно из Хари Бхакти Виласы. И вот это определение Гуру Таттвы из Хари Бхакти Виласы, оно цитируется со Санатаной Госвами. И это лучший пример, наилучший пример. Гуру Таттвы. Я имею в виду это полное объяснение Гуру Таттвы. Абсолютное полное объяснение, полное определение в этой шлоке, которую написал Санатан Гасай. И вот эта шлока. Если Гуру Пад-Падма он не может найти, не может решить проблему, все проблемы в нашей жизни, то это не Гурудев, не подлинный Гурудев. Любые сомнения в нашем сердце Гуру Пад-Падма может всех их решить. И вот если у нас есть какие-то сомнения, мы с сомнениями совершаем баджан, то это не настоящий баджан. Мы должны найти решение всех наших проблем, всех сомнений в нашем сердце. И тогда, и только тогда вы сможете прогрессировать на пути вашего баджана, поскольку в Гите, может, вы слышали «самшаятма винашчити». В Гите можно найти такие слова «самшаятма винашчити». «Самшаятма винашчити» значит «любые сомнения, если есть в вашем сердце о Гуру Вайшнавах, о Даме, Наме, Парикае, и всем остальным, что связано с Гуру Вайшнавами. И вот если у вас есть какие-то сомнения о Гуру Вайшнавах, Бхагаване, Даме, Наме, и вот если у вас есть какие-то сомнения, то вы не сможете достичь успеха, поскольку в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что если у вас есть какие-то сомнения при жизни, то вы с ними не можете совершать баджан. Вам нужно найти решение самшаятма винашчити, иначе это станет причиной вашего падения. И вот садгуру вайшнавы не могут найти решение всем проблемам в нашей жизни, иначе все сомнения, которые возникают, любые подозрения и все остальное, тогда Гуру Пад-Падма может решить все эти проблемы. Гурудев, он океан, бесконечный океан милости. Он бесконечный океан милости, не то, что можно измерить, что океан сколько-то километров в ширину, в длину, нет. Гурудев, он бесконечный океан милости, Крипа Синдху, Сусампурна, он сам полный. Он полное. Он полнейший. Если я не сам страдаю от недостатка чего-то, как я могу дать вам удовлетворение? Если мы страдаем от камы, кротхи, лобхи и всего остального, то как другим мы можем дать удовлетворение? Гуру Пад-Падма, он самодостаточен, я объясню это в дальнейшем. Крипа Синдху Сусампурна. Любая джива в форме собаки, например, или кошки, или всех остальных, Гуру Вайшнавы, они милостивы по отношению ко всем. Гуру Вайшнавы, они милостивы абсолютно ко всем. Не значит, что какой-то богатый человек достоин милости, а бедный недостойный. Нет, это не так. Понимаете, о чем я говорю? И вот Крипа Синдху Сусампурна, Гуру Пад-Падма, он самодостаточен. У него нет никаких... нет недостатка ни в чем. Он всегда думает о благе всех.
Крипасинду Сусампурна, Нисприхо. У него нет никаких посторонних желаний. Он никогда не стремится к лабхе, пудже и пратиште. Его сердце, оно полностью чисто. И он сведущ во всех шастрах. Я имею в виду, он может понять значение всех шастр. Может, внешним мы можем найти, что он не столь образован, что ваш Гурудев внешним не образован, но по милости Бхагавана, Баларама, он может понять все внутреннее, глубинное значение всех шастр. Я имею в виду, он имеет все представление о всех шастрах, о сути, которая содержится во всех писаниях. И в тот момент, когда вы отклоняетесь от пути, от его пути, пытаетесь понять, в тот момент, когда вы отклоняетесь от пути вашего садгуру, и вот тот момент, когда вы отклонились от лотосных стоп, Гурупад Падмы, садгуру, я имею в виду садгуру, я говорю о стандартных вещах. И в тот момент, когда вы отклоняетесь от лотосных стоп Нитянанды Прабху, я имею в виду Гурупад Падмы, то все проблемы, они сваливаются на вашу голову и оскверняют ваше сердце. И в тот момент, когда вы отклоняетесь от лотосных стоп Гурупад Падмы, и в тот самый момент все различные неприятности, проблемы, они приходят к вам. И таким образом пытаются как-то навредить вам. И вот всегда пытайтесь иметь связь с Анантадевом. Анантадев, пытайтесь понять, иметь связь с Анантадевом. Это моя просьба ко всем вам. Ананта, он бесконечен. Пытайтесь поддерживать связь с Анантадевом. Ваше сердце, но очень мало. А слушая Харикатху и приняв прибежище у Садгуру, вы пытаетесь иметь связь с Анантадевом, чтобы ваше сердце оно раскрылось, а сейчас оно очень мало. И к тому же осквернено и очень такое маленькое, как... И вот, приняв прибежище у Садгуру, мы... И вот, приняв прибежище у Садгуру, наше сердце, оно становится все больше и больше. Оно увеличивается до бесконечности. И когда наше сердце... Оно будет так расширяться и расширяться, то вы обнаружите, что оно расширяется буквально до бесконечности. В математике есть такое понятие, что... То, что нечто продолжающееся в сторону бесконечности. Бесконечность – это такой термин, который не может быть объяснен. Бесконечности сложно объяснить этот термин, может, математически как-то. Мы понимаем, что это стремится к бесконечности, но это сложно дать вам понять, что зовется бесконечностью. Может, у вас какие-то идеи, представления могут быть, но ваше сердце мало, и у вас нет представления о бесконечности. И вот в тот момент, когда вы отклоняетесь от лотосных стоп вашего Гурупад Падмы, от лотосных стоп Нитьянанды, вы почувствуете какое-то неудовлетворение. Различные проблемы могут
прийти и свалиться на вас. И вы не сможете совершать баджаны, поэтому моя просьба, имейте связь с Анантадевом всегда, непрерывно. И не значит, что только в месяц Картик или Дамодара Мас мы имеем связь с Гурудевом, потом куда-то уходим, нет. Я имею в виду, вы должны всегда иметь связь с Гурудевом непрерывно. Forever, всегда, не так, чтобы отклонились от Гуру Падмы на часть секунды. Нет, даже если вы ненадолго отклонились от Гуру Падмы, я не могу позволить такого, чтобы вы даже ненадолго отклонились от Гуру Падмы. Сейчас я хочу сказать о очень важном. Времени мало, я хочу сейчас, следующая харикатха будет нужна, это закончить. So no time. You are not giving me sufficient time so that I can discuss. You are always making late, not giving a circumstance, a situation in which I can feel comfortable to speak Harikatha. It is your fault. You are doing opera. What I can do? Now, Boba speaking. И вот Шрила Прабхупада говорит, Бог Солнца, ну, в небесах, например. Suppose. Например. I am going to arrange. Организовал ну, какой-то способ, чтобы вы достигли Бога Солнца. Хотите встретиться с Ним, Он там на небесах, мы знаем это. Но, например, если мы хотим встретиться с Ним, кто скажет, нет, я сожгусь там, зачем мне там находиться. Там нет никаких сложно, в общем. How much Celsius temper is there in Costa? На солнце там огромная температура. В нашем физическом теле там не выжить. Даже если какой-то скафандр сделать из какого-то огнеупорного материала, то и то сложно. Но перед тем, как... То есть любой металл, который на Земле при приближении к Солнцу, он испарится под его жаром. И вот пример о том, что нужно находиться на безопасном расстоянии, если мы слишком близко приблизимся к Солнцу, то оно сожжет нас, я говорю о душе, которая пребывает в вашем теле. И таким образом, душа, находящаяся в физическом теле, она должна поддерживать безопасное расстояние. И вот сейчас... И вот по милости Бхагавана мы поддерживаем такую безопасную дистанцию между нами и Солнцем. То есть, если мы слишком далеко от Солнца, мы замерзнем, слишком близко, оно сожжет нас. И вот если мы слишком близко подойдем, то сгорим. А если слишком далеко, то замерзнем. Как можно видеть, что в некоторых местах Земли, где недостаточно солнечного тепла, там снег и лед, и по милости Бхагавана мы находимся на безопасном расстоянии от Солнца, поэтому мы получаем тепло от него, свет, и оно нас не сжигает. И если вы слишком близко подойдете к Гуру Вайшнавам, то это тоже опасно, поскольку вы можете случайно заметить какие-то недостатки у Гуру Вайшнавов или неправильно их понять из-за того, что вы не татвагьяни, поэтому ваше понимание не идеально, те татвагьяни не могут находиться рядом, это не проблема. Но другая проблема, если вы слишком далеко от Гуру Вайшнавов, то тогда вы помрете от недостатка их общения и милости. И поэтому нужно находиться на безопасном расстоянии. Это называется юкта-вайраги, гармоничным отречением. И с помощью юкта-вайраги, гармоничной вайраги,
Вайраги значит непривязанность, и с помощью научной, непривязанности, что это такое? И с помощью научной вайраги, что значит научная такая непривязанность? Непривязанность значит юкта вайраги, балансированная вайраги, значит идеальная гармония. Мы должны слушать харикатху от гуру Вайшнавов, пытаются понять их вани сварупа. У них есть вани сварупа. Гуру Вайшнавы, у них есть их тело, но мы должны осознать их вани сварупа. Их слова, их харикатха, их сварупа. Если вы не сможете понять вани сварупа, то тогда вы не сможете находиться на пути баджана. Шрила Прабхупад, Аштака, это оттуда слова. Шрила Прабхупад пришел в форме киртана. Я имею в виду киртан. Когда харикатха, киртан, они приняли форму, физическую форму, это называется Гурупад Падма. Иначе вы можете видеть только материальное тело, у Гурудева нет материального тела, но вы можете обнаружить, что, подумать, что у Гурудева такое же тело, как у вас. Но у Гурудева нет материального тела, но вы можете видеть материальное тело, что он тоже ест, спит и все остальное, но это не так. Когда Гурупад Падма, апракрита харикатха и киртан, когда апракрита, трансцендентная харикатха принимает форму, какую-то форму, это зовется Гурупад Падма, вани сварупа. И вот мы должны гармонично иметь гармонию во всем. И если нет этой гармонии, то даже после принятия прибежища лотосных Гурупад Падмы мы обречены на смерть. Мы не сможем выжить. И так как в случае с Шрилой Прабхупадой, Бхактисиддханта Сарасвати, много людей приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, но не смогли понять его и были вынуждены умереть, перед этим совершив оскорбление в адрес Шрилы Прабхупады. И поэтому это зовется полное определение Гуру Таттвы, Гурупад Падмы в жизни Гурудева Парамахамса Шишрила Бхакти Памадапури Гусай Махараджа. Мы видели все 24 часа в сутки он был занят ванисавой. Шрила Прабхупада дал ему эту ванисаву. Он занимался ей всю жизнь, день и ночь. Мы даже 2 часа ночи. Преданные видели, что он еще не спит. Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что надо служение закончить и буду спать. Уже 3 часа ночи он еще спать не ложился. Что-то там какую-то севу доделать надо было. И вот уже ночь кончилась, уже утро. Арати начинается. И не спал он все же. Поскольку их тело, оно не трансцендентно, не такое, как у нас, что нам нужно спать, есть. Они могут жить без сна и еды. Но обычно люди, если не спят и не едят, они заболеют, но гуру Вайшнавы имеют трансцендентное тело. И поэтому могут делать какие-то необычные вещи. Вот это из Брихат Бхагаватамрита. По милости Гуру Вайшнавов я говорю об этом. Как их тело трансцендентно, мы видим, что их тело, оно подобно нашему. Ответ дается Санатана Гасая. И вот если мы пьем нектар харикатхи,
Они забывают о своем теле и все, что связано с этим телом. И что такое тело, и все связанное с телом, они забыли, и вот... Титишам значит для таких, таких саду. Что случилось? И вот пья нектар харикатхи, и вот принимает от нектар харикатхи наши гуру-варга, они не те ситхи, но все же, если вы обретете гуру, который в процессе саданы стал совершенным, то это тоже применимо к нему. И внешне можно найти, что их тело создано из пяти первоэлементов. Внешне можно видеть, что их тело из пяти первоэлементов, но это не так, это только с первого взгляда. Их тело, оно Сачитанандамой, как Бхагаван. Бхагаван, он Сачитанандамой. Сад значит вечно присутствующий, чит трансцендентно, ананда, можно читананда, и гуру Вайшнава, их тело, оно тоже трансцендентно, и Бхагаван, он тоже сачитананда мой, и ваша душа, что она тоже трансцендентна, она имеет качество сачитананды, качественно, но не количественно, поскольку, но мы не можем чувствовать это из-за влияния Майи. И вот, находясь под влиянием Майи, мы не можем этого чувствовать. В один день, благодаря милости Гуру Вайшнава, слушая Харикатху, мы избавимся от влияния Майи, и мы осознаем, что мы имеем качество Сачитананды, а просто не замечали этого. Виджитори сико ваю вирадонто мунастурагам чайя джанти янту мати лолому паю кидо вясана сатамрито самабхая гурус чаранам банья иваджа сантакита карна дара жалодхоу банчакалпатурвасике пасиндвача патитанан павна бхишна вью намо